Сейчас пойдем на чертов мост. Это мое первое путешествие. Волнуюсь. Не знаю, что будет. Какие там джунгли, не джунгли, какие дороги. Был дождь, наверное, все размыл. В этих видео можно увидеть, как меняется ландшафт и сама погода на нашей дороге. Необычная форма озера, мне кажется. И название у него тайное. У нас нашлась новая попутка, и мы переходим речку. Мне кажется, я пойду босиком. Это вообще самая крутота. Я пошла прыгать. Шли мы по рельсам. И по дороге встретился нам ужик. Он совершенно был безобидный. Вскоре мы увидели нас. Ну смотрите, как людно. Вообще мы не одиноки. Хотя места заброшены. Наверное, напоминает даже что-то из фильма ужасов. Мост, кстати, на высоте 41 метр. Вот, и построили его аж в начале 20 века. Не все дороги внизу, вот по правой стороне, вот у нас, получается, журчит речка. Ее не видно абсолютно никак, но ее только слышно. Сейчас туннель. В туннеле так стало прохладно, видите. Прежде чем подняться на мост, мы решили войти в туннель. Туннель длиной 0,5 километра, в котором безумно холодно. И когда ты проходишь какое-то расстояние, ты даже не видишь света ни в конце туннеля, ни впереди туннеля. То есть холодно и не очень комфортно. Здесь не видно, какая здесь красота. Блин, очень красиво. Вот мы наконец дошли и вышли в потрясающее место. Мне кажется, это действительно место силы. Там была безумная красота. К сожалению, я сняла немного видео о нем. Но это было еще не все. Нам предстоял еще один путь через туннель. Этот туннель оказался достаточно коротким и теплым. Вот, и выйдя из него, мы увидели надписи на стенах, и потом сразу открывался нам вид на мост. Мост. А я сижу на высоте птичьего полета. Мне кажется, очень круто. С этой стороны. Смотрите, что делаем. Безумные люди. Люди рискуют. Слазить. Процесс не для слабонервных, особенно те, кто боится высоту. На высотой 40 метров вы идете спокойно себе по шпалам и рельсам. У нас ребята. Ой, вообще, это будет истерика. Вообще, дикий мужчина. Вопрос в другом, как сейчас Оксана полезет. Да, наша бедная девушка, мы не знаем, как полезет. Так же. Смотрите, да лес. Думает. Где? Немного передохнув на мосте, конечно же, перекусив, мы решили обратно отправиться. По пути мы встретили мотоциклистов, двоих, и гуфс кузнечиков. Послушайте. Били. Слышали? А дальше мы отправились на озеро Тайное,
Кусочек видео вы видели уже в начале. Отправились мы через Холмск. Это бывшая плотина. Сюда подойдем. Тут нам действительно открылись потрясающие виды. Такое ощущение, что мы находились в какой-то Скандинавии. Будто бы именно здесь снимали фильм «Хоббитов», и вот-вот казалось, что горы оживут. Полезла по решетке. Ну, это безумие. Скажите что-нибудь на камеру. И на этом наше путешествие закончилось. Нас ждала долгая дорога домой. Сначала мы подвезли ребят до Южно-Сахалинска, а потом сразу отправились в Корсаков. Было очень круто, и действительно настроение поднялось, мы зарядились потрясающей энергией на всю неделю. Так что до скорого!